этих малышей вряд ли кого-то могут оставить равнодушным. Слезы мешают говорить. Два малыша, Торик и Рубик, были найдены возле заброшенного дома. Истощенные и обезвоженные, они срочно были доставлены в стационар. Кроме истощения и обезвоживания, у малышей оказалась глистная и блошиная инвазия. Как вы понимаете, зараза атакует сразу ослабленный организм. Врачи боролись за их жизнь. Но выжил только Торик, гладкошерстный. А второй малыш, Рубик, ушел на радугу. Тихо, мирно уснул под капельницей. В нашем больном обществе жизнь этих малышей ничего не стоит. А для нас каждая жизнь бесценна. И мы будем спасать всех, кого успеем. И спасибо всем, кто с нами. Милый Торик, живи за двоих.